фоточек просто скину, чуть-чуть вкратце расскажу. Зовут меня Иван Фобров. Все меня там, многие знают, многие не знают. Занимаюсь пчеловодством, если быть точным, с 2000 года, чуть-чуть о себе для начала. Вот это моя пасека, да. Занимаюсь пчеловодством с 2000 года. В 1999 году пошел учиться на пчеловода. Так там я чуть-чуть про это. И в 2000 году на втором курсе купил первых пчел, и с того времени я с пчелом. Работал не профессионально, потом дальше Это мои почти первые ульи, было разнобой, но это не самые первые, были в основном лежаки. Ну, я искал себя. Потом это я закончил, я сам за техником по пчеловодству, 4 года учился с ним год школы и 3 года с специальностью. Изучал, работал на Марково в одной пасеке, Чутовский район, Маланчуки, Украинская степная, это от филии гадяцкое пчеловодство. Выводил там НАТО, в принципе, там всему и научился. Теория и практика была оттуда. На данный момент у меня насчитывается плюс-минус 280 пчелосемей, включая 6 рамочники, ну, не включая 3 рамочники. Это у меня корпус, поделили на 3 отделения, я занимаюсь мотководством, и у меня сам делаю столярки, и ульи поделены на 3 отделения. В эти я не считаю, в принципе, потому что там по 3 улочки. Ну, если собрать, будет семья. Вывожу породу пчел у меня карника, работаю с карникой. Раньше работал все время, практически все, как только начал заниматься пчеловодством, работал с украинской степной. Последние года брал до 2012 или 2013 года, уже не помню, брал у Егошина, работал с егошинскими матками. Ну, потом познакомился на одном из собраний с человеком с Запорожья, и он говорит, просто попробуй карнику. Я сразу тогда купил, как сейчас у Пискорского Андрея, он занимался, жена его, Леди Би, как сейчас помню, купил там от Маха карнику, Пешес, линии, и сразу же полпасеки, ну, полпасеки, это было у меня чуть-чуть больше, наверное, 50 штук, я перевел на карнику. И сезон пробовал. С 2010 года я полностью перешел на работу с пчелами. В данный момент в основном вся карника. И пробую второй тачок у меня Бакфаст. Бакфаст благодаря Денису поставляет Денис. И сами мы ездили там в Германию за маркой. Занимаюсь сбором меда. У меня несколько направлений, так как пчеловодство на сегодняшний день. Ну, в принципе, у меня изначально так сложилось, что пасека стационарная, стачки стационарные, и я никуда не езжу. Занимаюсь сбором меда, у меня такое направление. Вывод маток, у меня несколько нуклеусов, это вот польские у меня нуклеусы, но это уже украинского производства, а вот это польские. И так как у нас... Быстро. Так как вот на заднем плане лес, очень большой лес, очень классное место, долго искал. И вот такое разнотравие, практически сам Бог велел мне заниматься сбором пыльцы. Усиленно занимаюсь, помимо сбора меда, сбором пыльцы. Вот примерно так, это донные, навесные пыльцы сборники. Если что, я могу отдельно останавливаться, мне будет проще даже, когда если что, перебивать. Потому что я сам не лектор, я пчеловод в первую очередь, и волнуюсь, могу просто перескакивать, если что, останавливаюсь. Собираю пыльцу, мед, пыльцу, вывод маток. Это готовят на опт человеку, они заказывали мне вот именно такими. Каждый день определенная доза пакуется, она разного цвета. И занимаюсь чуть-чуть пакетами. Пакетами было не сильно, но вернусь к тому, что на сегодняшний день мед, пыльца, все продукты пчеловодства, все мы знаем, обесцениваются по сути. И приходится быть универсальным солдатом, чтобы я мог в случае, вот на сегодняшний день мед у меня стоит еще в бочках. Я его не сдавал, ну, по одной причине не сдал, потому что ждал более высокую цену, по второй причине, что мне хватило заработка с маток и с пыльцы, в принципе, чуть-чуть, ну, продаю мед и в розницу и так дальше, но не спешил откладывать. На сегодняшний день перехожу на более активную, то есть четвертую нишу, это именно пакетное пчеловодство. Ну, я его больше называю разведенческое пасеку.
тут как бы такой вид меня пасеки. Помимо всего этого, я еще занимаюсь сбором маточного молочка, так как вывожу маток, без этого никуда. Мы всегда есть, вещевые маточники, там есть молочко. И сбором пыльцы, прополиса занимаюсь. Это дополнительно. То есть оно не дает таких больших заработков, но тем не менее стараюсь всего, чтобы было по чуть-чуть. Настойки, подмога и так дальше. Ну, это на данный момент зимовала пасека у нас. Зимую на улице. Пробовал заносить раньше и в начале карьеры, так скажем, носить. Ну, чем больше пасека, вот эти, так как я работаю сам, живу в городе, пасека в селе, все так остается зимовать на улице, чтобы не носить, потому что рабочей силы как такой нет. Помимо всего того, что большое количество пчелосемей, есть такое хобби, как ловля раев. Это просто, просто хобби. Мне это по приколу получать адреналин, когда приходишь смотреть на ловушку и видишь, туда что-то залетает. Ловлю раи, чисто спортивный интерес. Особо такого, чтобы там увеличивать пасеку, нет, потому что работы это спортивный интерес. Вот, заселяю колоды с этих же ловушек. То, что касается по поводу раи. Во-первых, сколько я их собираю, там в Ютубе есть еще такое хобби, это назад чуть-чуть. Еще ни разу в своей практике я не словил ни одного какого-то роя с клещом, или, ну как с клещом, чтобы они были заражены или каких-то больных. Как правило, это здоровые клещи, я их всегда обрабатываю сразу прямо на месте. Раньше возил на другой тачок, когда там не было пчел, к родителям, так сказать. А так приношу и обрабатываю бипином, там, тактиком и поводкой. Так что те многие говорят, что можно заразу принести на пасеки, как-то сколько лет, и все произвожу нормально. Также есть своя инсталляция, ульи, рамки, все произвожу сам на пасеке. Ульи чуть-чуть остановлю здесь, вот здесь, если можно, делаю сам. Ульи у меня безфальцевые, многокорпусная система полностью. Вот в 2010, по-моему, году я сказал, перешел, все ульи раздарил, лежаки. Всем, кто приезжал в гости, многие приезжают в гости. Все пораздарил, оставил только одна система. Одна рамка, 230-я рамка, корпус без пальцев из 25-ки. Варю в парафине. Почему 25-ка? Потому что покупаю дерево и с отходы, так как у меня стационар, я никуда не вожу, у меня рамка без разделителя Гофмана. Ну, мне нету смысла ее делать. Поэтому с этих отходов у меня каждый сантиметр отхода превращается в рамки. То есть, грубо говоря, безотходное производство. Только по этой причине 25-ка. Если бы я покупал ульи или рамку, ульи делал бы с 22-ки. Добавлю парафине, эффект мне нравится. И вот это я осенью, этой осенью, чтобы было делал еще себе дополнительно, потихоньку увеличиваю пасеку, еще соточку сделал ульи. Ульи у меня половина на сетке, половина на глухое дно. Почему нету как бы стандарта? Все потому, что раньше было глухое дно, и со сбором пыльцы я пыльцу собираю очень агрессивно, можно так сказать. Но у меня просто так сложилась ситуация с расположением тачка, что я все закрываю, у меня висит пыльцесборник, донный или навесной, бывает даже по два, которые вся пчела весь сезон, раньше так не практиковал, только весной. А потом один год что-то, просто перерыв какой-то был, и я решил оставить пыльцесборники на все лето. И в итоге я увидел, извините за выражение, выхлоп в конце и понял, что я делаю большую ошибку, не собирая пыльцу весь сезон. Теперь я полностью, несмотря ни на что, собираю пыльцу с весны и до, по сути, сентября. Ну, там, в середине августа, в зависимости от погоды. Я не жалею, я же говорю, просто у меня сложились такие... ситуация со сбором пыльцы. Так, помимо ульев делаю себе всякие воскотопки, это так по-быстрому пролистаем. Воскотопки разные такие. С весны до осени я живу на пасеке и делаю весь много друзей, приезжают на экскурсии за матками. Не важно, просто так делаю для себя разные такие штучки, чтобы на пасеке было жить веселее, потому что с весны до осени я живу на пасеке. Это то, что и делаю такие вещи для себя и для людей. Ну, у меня чуть-чуть тема как бы заявлена была о разведенческой пасеке, в частности о шестирамочнике. Поэтому тут давайте закончим, чуть-чуть расскажу о шестирамочнике.
почти 3 года, в мае будет 3 года, как Денис сделал ульи. Вот они стоят, вот видно, это я вырезку сделал из ютуба, потому что быстро как-то они готовятся, некогда. Сделал Денис эти ульи, но так как у меня раньше, вот смотрите, вот здесь видно, вот тут у меня по 3 рамки. Вот это ульи, я выводил маток в 3 рамочках. У меня есть микронуклеусы и нуклеусы на 1 по 100 рамку. Почему так? Микронуклеусы очень классные для промышленного вывода мака. Я для себя не считаю промышленником ни по пчеловодству, ни по выводу маток, но всегда старался, так как работал на пасеке матковыводной, там были нуклеусы вообще на 1 по 100 рамку. И ну как-то, ну знаете, как научат, так оно и работает. У меня на пасеке 230-е, я таки нуклеусы делал 230-е. Очень удобно тем, что на стандартную рамку очень хорошо манипулировать со всей пасекой, подсиливать, убирать там рамки с расплодом, мощину поставить. То есть одна стандартная рамка. Микрики хорошо, это когда поток мата, когда как пирожки надо выдавать. Они хороши. Но с практики не то, что на истине настаиваю, и это не есть истина, или у каждого свое видение, поэтому вопрос. Но у меня сложилось с практики, а матководством я занимаюсь именно 16 лет, потому что я попал лаборантом, был на пасеке, и все время со шпателем. Кстати, вывожу как ручную шпателем, переносом лично, так и есть центр. И дарили, и покупал, поэтому, чтобы не простаивало, пользуюсь разными приливками. Так вот, на стандартную рамку в нуклеусе мной лично замечено, что качество маток улучшается. О качестве маток можно говорить по-разному. Даже трутовка матка, она может быть качественной. Кто-то скажет, ну это как бы не то. Но дело в том, что на качество матки влияет как кормление, как температурный режим. То есть, ну, взять микронуклеус, типа вот как польский у меня, ну это турецкий, там, тут, конечно, пчелы побольше, жмение пчелы. И когда мы выводим матки в мае, в начале мая, особенно когда есть ночные похолодания, это все как ни крути отражается на качестве маток. Обогрев, 50 пчел не могут обогреть матку, которая дозревает хоть до осеменения, хоть после осеменения. То есть она, это очень влияет, но это мое убеждение. Поэтому я на пасеке все больше и больше увеличиваю объем именно вот такого нуклеуса. Он не очень удобен для промышленного, потому что это туда много пчелы надо заселять. Но он очень удобен лично для меня, для содержания пчел на своей пасеке для вывода, для зимовки, для содержания долгий период. В микрике этого сделать нельзя. В микрике это вывел матку, продал и все. В этом можно сдержать весь сезон, что я и делал, практиковал. Вот первые ульи появились почти 3 года назад. Это с весны пойдет у меня 3-й сезон работы с ними. Их там было до 10, они собираются очень быстро, в принципе, я тут пройду. Шипы, ну, я там спрашиваю просто, как, что, клеить, ничего клеить не надо, ничего шурупами не надо, клеятся они хорошо и крепко. В принципе, можно проверить. Так мы их быстро собрали, скрутили и запустили. Тут я использовал ДВП, ну, это как уже реклама шестирамочнику прошла. У меня работает для вывода маток по 2 отделения, то есть по 3 рамки, для пакетов 6 рамок. И вот я его покрасил ручную щеткой, ПФ-кой, и он пошли у меня в работу. Так я отработал с небольшим количеством, там, до 10 штук сезон. И вот это было видео, испытывали как могли, и прыгали на них, и на джулянских кругах прыгали, то есть качество и так дальше. То есть и в итоге, после сезонной работы, я Денис мне привез 100 штук, и мы их начали обрабатывать. Красили, если кому интересно, обычно краска ПФ ложится хорошо. Это ули сезон отработал, как бы он грязный такой, не крашеный. Покрасили с пульверизатора. Все ложится классно, быстро, расход очень маленький, при этом очень красиво и ярко получается на пасеке. Ну, вот так у нас отработали сезон. Остановлюсь чуть-чуть здесь, наверное. Это мои сыновья на пасеке ходят возле ульев. Это как хорошая реклама тому, что пчелы. Хорошая реклама пчел. Потому что малые у меня ходят на пасеке свободно. Андрей, смотри, сейчас здесь. Ходят свободно, я за это не переживаю. Хотя не без того. Но я когда читаю форумы там или еще что-то, сейчас в последнее время не читаю, говорят, что
пчелы там жалятся, не жалятся, карника там не жалится, я просто за карника. Не роится, это неправда. Все роится, все жалится. Многое зависит от пчеловода. И если вовремя не расширять, будет роиться и бакфаст. Это манипуляция вот этим, когда вот бакфаст не роится. Да роится и бакфаст. Все оно роится, если за ним не ухаживать, не смотреть. Точно так же и карника. Насчет злобливости. Да, по сравнению с украинской степной, вот почему я ушел от степной. Степной мне нравилось, все нормально. Но в моих условиях лес, вот там видно, очень большой лес, очень много липы. И карника мне подошла именно ранним бурным развитием. Можно сказать, даже из-за этого. Ну и теперь вот как бы сбор пыльцы, я степная полностью, и пыльцу носит, все хорошо работает. Ну, мне больше подошла под мои условия карника. Я только на этой остановился. Ну и плюс ловливость. По двору никто не гоняет, дети ходят свободно, спокойно, по улям. Даже вот была там фотосессия, я им делал. По улям стучали, смотрю, пчел уже вылазит, думаю, не, надо забирать. Ну, сказать, что не роится и не жалится, это неправда. Это манипуляция информации. Так, вывожу маток. И я же говорил, и джентерами, и переносом. Занимаюсь выводом. Что касается шестирамочников, остановлюсь на шестирамочниках. Что я с ними делал? Я с них забирал мед. Сказать, что это меда, нет, это немного меда. Но я вот видно тут отделение, два отделения, вот так видно. И в каждом отделении я забирал по одной полномедной рамке. Каждый. То есть вот такой каждый НПС, на который я не рассчитывал, я забирал по рамке меда. Потому что они требовали забирать рамок и поставлять вощину. То есть за сезон было отобрано минимум по одной рамке, максимум 4. Где-то даже не забирал, ну были такие, потому что вывод маток в них и не всегда так получалось. Но в среднем, вот в среднем, если посчитать, две рамки я забрал с каждого отделения, то есть меда. Что было как дополнительно, то есть я выводил маток и плюс еще и какой-то мед забирал. Опять же, так как условия позволяют, я использовал и мы тестировали, чтобы, так как я работаю только с пчелами, это единственный мой доход, я беру от пчел все. Все, что можно взять, потому что это мой единственный заработок. Поэтому даже на шестирамочнике, вот в турецкие нищие, я пытался пробовать использовать для сбора пыльцы. Собирают, да, это немного, но не собирают. Ну, почему бы и нет? Если их стоит 100 штук, по 50 по 100 грамм это уже количество. А килограмм пыльцы, вот в розницу сейчас я продаю, 250 гривен килограмм. Как бы неплохо. Это пыльца. Помимо всего этого, это, конечно, сетка с обычного ля. Сбор прополиса происходит. В данный момент в шестирамочниках использовалась пленка, но с испой вот прошло уже как бы два сезона, и я понял, что в шестирамочниках использовать пленку это бессмысленно, вообще бессмысленно. Я вложил, сначала экспериментировал просто сетки, там обычная москитная сетка, сейчас используюсь, купил пар плюс сетки там, немного для пробы. Лежит сетка, ничего кушать не просит, но при этом при всем, она и на семьях лежит, не только на шестирамочниках. Кушать не просит, но при этом при всем за сезон, я не знаю, вот я делал, нет, наверное, не делал. За сезон я пытался снимать вот такие сетки и получать чистый прополис. Ну почему бы нет? Сейчас я прополис в Одессу два дня назад отправлял, грамм 2 гривны. Отправил 100 грамм, 200 гривен получил. То есть ну, зимой дополнительно такие, там 200 гривен, там 100, очень довольно удобно. То есть к чему я это все веду? Что останавливаться на одном только меде – это неправильно. Ну, понятно, что у каждого разные условия, и не может каждый по тем или иным причинам заниматься там, всем или только. Допустим, кто-то не может сбором пыльцы заниматься, потому что это требует нахождения на пасеке и так дальше. Шестирамочник. Это старая фотография. Ну, я так для наглядности взял, потому что практически так оно и есть. Шестирамочник. В принципе, вот настоящая фотография шестирамочника. Забирал помимо всего, помимо меда пыльцы, забирал у них раствор. Почему? Потому что заселяя в мае рамку расплода и ставив рамку с кормом подсолнуха, ну и трусил пчелу, я формировал так шестирамочники, они очень быстро из-за своего микроклимата, они очень быстро хорошо развивались. Плюс как выводятся матки, там молодые матки, они стартуют
и там только успевай забирать расплод. Этот расплод уходил, как правило, или на слабыши, или на отводки, или новые такие шестирамочники, то есть делать. Если сделать не на трехрамочник, а на шестирамочник в мае рамку расплода и рамку меда поставить, и, допустим, заставной, то к подсолнуху там будет все трещать. Там надо успевать или забирать, или поставлять вощину очень быстро. Это происходит. Хороший микроклимат дает именно малой пчеле, ну, малой массе пчеле, хорошо развиваться. Так, ну это матки, а что я хотел, это не сколько матки, это я хотел показать вощину. То есть отстройка вощин. С каждого такого улья я забирал в среднем тоже по три рамки вощин. То есть отстройка вощины была очень быстро. Вот так они развиваются. Вот шестирамочник. Это я, да, не просто не успел, и все, и там смотрите, что жарится. И вот сетки, когда лежат сетки, вот это прополисуется все как на сетках, так и на рамках. То есть очень быстро, хорошо можно развиваться. Помимо всего этого, в этом сезоне усиленно практиковал шестирамочники, сильные шестирамочники, где очень много пчелы. Просто так получалось, что именно, ну, его надо или пересаживать, или вот в моем случае я ее использовал к выводу маток, джентера. Когда джентер был лишней матки, я просто думаю, попробую. Как оказалось, там маток нету, то есть я продал матку и остановился тут и по сбору маточного волочка и маток. Забираю я матку, и через три дня я там могу или со свищей пособирать маточное молочко, или ставлю специально рамку с, вот я покажу, или ставлю рамку привитую шпателем восковые мисочки, чтобы получить, как там в начале, помните, было маточное молочко. То есть отобрал я матку, через 2 часа я даю такую прививочную рамку, там 30 может быть и больше, в эту семью, ну, в отводочек, и она мне тянет маточное молочко. Через 72 часа я забираю эти 30 штук, там где больше, где меньше, но в среднем плюс-минус я не взвешивал, если честно, я не люблю вести статистику, что не очень неправильно. Но тем не менее 30 маточников, там 25 маточников, 20, это тоже дополнительные деньги. Один маточник стоит от 5 до 10 гривен, так я продавал. Да, я не отправляю по Украине, это все Полтава, по месту, но тем не менее. Почему бы и нет? То есть если использовать, вот допустим, я купил этот улей, я его должен отбить и должен на этом заработать деньги. Поэтому его нужно использовать по максимуму. Что я делал в этом сезоне очень активно. Это так я готовил шестирамочники, трехрамочники в зиму. То есть расплод он видно, подколочка. И пчел я не кормлю вообще, я всегда им оставляю подсолнух раньше. Но в этом сезоне, в прошлом, я посчитал, что пасека растет, и оставлять мед для зимового на подсолнухе очень, ну, не то что невыгодно. Более правильный, рентабельный, экономичный кормить пчел сиропом. Поэтому я сейчас разрабатываю новую методику для себя, зимовку на сиропе. И пробовал ГПСом закармливать в этом все, ну, в этом осенью. Довольно успешно, пока мне все нравится, зимовка прошла успешно. Правда, ревизию нормально толком не делал, то есть, ну, так, ходил, смотрел, все хорошо. Что такое ГПС? Глюкозно-фруктозный сироп, ГПС-42. Покупал в Днепропетровске, это, по сути, тот же сироп, только он на кукурузном крахмале там сделан. Что-то такое. Он используется там в хлебопекарских изделиях и так дальше. То есть, много людей им пользуется, и, в частности, Денис он кормит уже несколько лет. Насколько мне известно, Закарпатье очень хорошо использует этот ГПС. Ну, я решил попробовать. Решил попробовать просто из-за того, что он готовый. Я позвонил, мне приехала машина, привезла на палеты эти бочки. Я все это разлил по кормушкам. Кормушки тоже, как Володя, как мне показывал, лотки из-под рассады. И все быстро закормил всю пасеку. И у меня была экспериментальная такая зимовка. В принципе, только все удачно. Несколько меня завернулось, конечно, этих. Ну, это не от ГФС, а просто есть такие, как естественные отборки и там и так дальше. То есть я еще точно не разбирал, по каким причинам они завернулись. Так я собирал их, ставлю полоски и обрабатываю. Ну, в принципе, это как и все семь. Зим. Вот у меня на заднем плане это сечек для дно, вот здесь. Оно с прослойкой 7 см.
На пасеке я не использую у себя ни подкрышники, то есть у меня крыша на клобучку, и ничего у меня нет, потому что это дополнительные детали, которые я забираю просто время на обслуживание. Этот рамочник уже как бы какой они силы, и, то есть в зиму такие пускаются, зиму это не отлично, проблем нету. Чем мне еще нравится карника, она экономная и очень малым количеством она хорошо зимует. И даже трехрамки, мы говорим, что трехрамки не зимуют, и трем рамкам корма не хватит. С карника этот вариант проходит, потому что там еще деревянных, раньше даже не брать пенопласты, деревянных проблем никаких нет. Они друг друга греют, это полноценная семья, которая весной продается зимовалая матка с одного отделения, вытаскивается перегородка, и это полноценный шестирамочник, на котором, вот я там показывал рамку с расходом, практически, так как тут мало места, а молодым маткам, они сеют от бруста до бруста. Им тепло, они хорошо работают, и нету такого, что пятачки. От бруска до бруска засевает рамка. Вот эта крайняя, она, как правило, медовая, а вот эти крайние особенно, это вообще полностью от бруска до бруска. Ну, эти могут быть с метком и так дальше. Поэтому трехрамочники по карнике зимуют хорошо. Бакфаста не скажу, бакфаста я только экспериментирую, смотрю, что это такое, с чем его едят. Поэтому с бакфастом не видно, потому что по информации бакфаст больше потребляет, но будем смотреть. Всю пасеку в этом сезоне я больше перевел на шестирамочники. Трехрамочников не так много, но они есть, в основном это шестирамочники, потому что я хочу перейти именно больше на разведенческое, на пакетное пчеловодство. Как они зимуют? Зимуют успешно. Вот так они зимовали. Зимовали, а ну тут есть, вначале я показывал снег, то есть снегом было все у меня засыпано. Вот что касается пленки. У меня половина, не вся, так сказать, что на пленке есть влажность. Это для кого-то это критическое, для кого-то не критическое. Там есть люди, которые прислали на фотографии, что очень много влажности. Да, было там действительно много, но факторов много, которые влияют на это все. Это и сила семьи, это и тоже расстояние от земли, и климат, ну, нахождение там Херсон или Полтава или Закарпатья. То есть, ну, к примеру, да? То есть факторов много, которые влияют на конденсат. Ну, мы, в принципе, проблему эту искали, вроде бы как нашли по этим. Но по итогам зимовки, когда у меня половина, ну, по сути, там, я не знаю, половина, не половина, ну, плюс-минус, на сетке половина на пленке, то для себя я заметил, что я просто зимую на сетке, поэтому был куплен рулон большой москита, который будет как для зимовки, так и для сбора в активный период. То есть очень-очень удобно. Потом Денис вот это же осенью сделал кормушки, на 3 литра кормушка, и вот этим ГФСом я закормил всю пасеку. Давал, там было в семьях мед, ну какой-то был, я там уже не весь откачивал, то есть я практически забирал только в сезон рамки с медом. И ГТСом закармливал два раза на шестирамочке, вот так они стоят, то есть по два раза, 6 литров отдавал, это в литрах, в килограммах, там ГТС 1,2 или 1,3 килограмма, то есть соотношение. В принципе, зимовка прошла успешно, дальше мы будем смотреть. Что еще вам сказать? Вот так они зимовали у меня, кто-то полностью занесен был, некоторые люди. Ну, в принципе, зимовка. Мы их откапывали чуть-чуть там для перестраховки, так как для меня это зимовка на сиропе была, ну, по сути, первая. Хотя раньше я зимовал на сиропе, но это было там 3 литра сиропа, но это не зимовка на сиропе, это подкормка была. А тут я делал полную закормку, как в улье, вот на одном корпусе, так и в шестирамочке. Поэтому мне было чуть-чуть стрёмно, плюс ГФС отзывы не очень, ну как бы, разные. Кто-то говорит информацию самую разную, и поэтому был куплен канди и для страховки, перестраховки положено. На сегодняшний день, опять же, это снова реклама, я сейчас у меня перезимовала, зимует 110 с пчелами, и Денис, еще я купил еще 100 штук. Меня многие спрашивают, там, хорошо или плохо. Я скажу так, если бы они были плохи для меня, я бы не покупал. Это вторая партия, 100 штук. У меня сейчас, мы с осени начали готовить с братом землю, третий тачок, который мы тут много критиковали за то, что мы попалили, конечно, согласен.
Ну, нам надо было очень быстро готовить тачок к зиме. Здесь мы вырубали, вычистили, разорали, распахали. Куплены были брусья, сетка. Кому остановлюсь, он сетка, казачка она называется. Там практически вся Германия ей обмотана. Очень дешевая, метр 21 длина, полтора метра. Я купил, я оградил, покопали столбы. Вот так я быстренько так. Это все мы быстро-быстро делали, чтобы успеть к зиме. Почему к зиме? Потому что сейчас весной мы туда перенесли эти 100 с пчелами. И 100 я сейчас буду заселять. Вот такая сетка. Оградили мы. А как охрана? Охрана собаки. Собаки и сосед, который кормит этих собак. Ну, с весны до осени я там. С весны до осени я живу там, это только зимние. Блоки использую. Почему? Потому что самый дешевый вариант у нас, и в принципе не так-то высоко, можно повыше шестерамочники, но это более самый дешевый, который там по соседству можно купить быстро и устойчиво. Ну это так, подготовка тачка. Не на блок или шлакоблок? Шлакоблок. Шлакоблок. Да. Ну я говорю, что он раскиснет. У Ничика Василия Николаевича это было подсмотрено у него уже там стоят больше 7 лет, никаких проблем нет. У меня стоят уже 4 или сколько лет, и никаких проблем. И вот мы перенесли. Перенесли, посмотрели. Вот даже видно кирпичик вот это то, что надо быстренько пересмотреть. Вот видно. То есть все пчелы живы нормально, только некоторые чуть более ослабленные. Где-то, в принципе, зимовка нормально. Тут больше 100 штук мы перенесли. И 100 штук еще сейчас с осени будем заселять. Это мой брат-помощник. То есть на сегодняшний день я уже считаю практически, что у нас 3 тачка. Один тачок полностью под шестерамочники, под разведенческую пасеку. Вывод маток и пакет. Это основное направление. А прополис, молочко, это все... Прополис-то понятно, оно лежит не мешает. Молочко это когда есть время браться со шпателями выбирать. Потому что времени на все не хватает. Ну, тоже вот мои дети на пасеке бегают, то есть фотографирую. Ну, это флаг мы сделали себе. Так, ну, в принципе, наверное, по этому все. Могу ответить, мне более удобно ответить на вопросы, если интересно. Да. Да, у меня рутовская система, все на рутовском. В этом проблемства даже нету. Я бы скажу, даже не хватает. Почему? То есть люди, которые сразу хотят заводить пасеку на многокорпусную, поэтому выбора нет. То есть, чтобы не подрезать рамки, они ищут на рутовскую рамку. В прошлом году я продавал 1500 гривен, это 4 рамки расплода. И если человек приезжал там, ну, просил там ящики, потому что как правило все 4 рамочные, то я давал еще рамку с медом. Ну, кому как. Если рядом, по цене от клиентов с каждым индивидуалом. В этом году заказы не принимаю пока, то есть я всем отлаживаю. Потому что есть планы еще с весны добавить 100 шестерамочников этих и чуть-чуть там попасть на втором тачке. У меня было много фоток, просто за сезон все удалил, компьютер полностью влюкнул и много видео удалилось. Ну, буду с весны показывать. Канал на YouTube Фабро, там я буду все показывать, и бакпост, и всю работу. Сколько стоит такую? Ну, я не знаю. Я покупал 550 гривен, но я покупал как постоянный клиент, как друг Дениса. Как это, по сути, реклама, рекламщик его, да. И я покупал их еще по старой цене. То есть сейчас моя жена, она работает за менеджером на телефоне, она продает книжки его и Ули, поэтому она очень знает, ну, знает все цены. Ну, если честно, я ну, просто это не мое, я не торгую ими, поэтому не скажу, это Денис, если сидит, пускай говорит, я не знаю. Ну, или по Тане можно жаль, по телефону. Она принимает заказ. Комплект сеточки не идут, да? Лично я, чтобы удешевить, ну это же тоже, я считаю, деньги, я покупал чистый, голый. Ну хотя потом мне Денис довозил, там перегородки пластиковые сюда, потому что половину, как с видео, я делал сам с ДВП. И чтобы удешевить, я сетку, так как я тоже там делаю все 4 днища, есть отходы, я просто ну, сам вырезал. А у них, у Дениса, все это можно купить, если хотите, можете купить полный комплект. Ну там уже сеточка там 5 или 10 гривен стоит. Ну, короче, дополнительно. Сколько корпусов? А? Корпусов сколько? Один только, да? Не, ну это тут Денис, рутовская рамка по комплектации, это дно, корпус рутовский и крыша. Вот, вот это базовый комплект. Без кормушки. Без кормушки. Это
Это базовый комплект, это на 145-ю. На выпуске рутовский корпус. А на богдановскую рамку это дно, два корпуса 145-й и крыша. Цельного корпуса на 300-ю нет, там два становится. Ну, опять же, я продажами не занимаюсь, поэтому я так вниз хотел. Это отдельно я покупал, не на всю пасеку, там 50 штук, по-моему, только. Потому что, ну, тоже надо все считать деньги. Каждый ребенок сам ездит, победитель на приобретение нет. Такая ситуация. Андрюша, вы на пасеке дымпушкой пользуетесь? Да, пользуюсь дымпушкой, как она появилась. Не понял, что какой вот, но по сути, как она появилась, так я ее купил, я доволен. Чуть-чуть недоволен, когда сейчас перешел на сетку, потому что ну, я делал так, что ну, не вкладыши, ничего нет. У меня сетка по всему периметру. И чтобы закрывать, очень, ну, я нечем закрывать. На другие дунях, да, без проблем. Стреляю, ставлю полоски последние 2 или 3 года, 2 или 3, ну, короче, не важно. Я ставлю полоски во Ростов, в августе там, с 15-го, с 20-го. Ну, сразу после выключения зоны. И стоят полоски, а потом в октябре я стреляю дымпушки. Так перебить с керосином. То есть вот такая. Вань, цена сиропа и как? Сиропа, там смотрите, там зависит от количества. И я брал, по-моему, 12 что-то гривен плюс-минус. Там, если приезжаешь сам, оно еще дешевле. Если в своей тарифке купотенер, еще дешевле. Я, допустим, заказывал в тубусах 50-литровые тубусы, картоны. Там два пакета и вот палета. На палете 16 таких, 800 килограмм, например. И то я заказывал таких палет, они привозили доставку, они логистику сами. Они на килограмм или на литр? На килограмм они продаются. Ну там получается оно тяжелее, 50 килограмм, по-моему, или сколько, 43 литра, что-то такое. Вот это надо смотреть. Если честно, ну, меня это не интересует особо. Мне надо купить, закормить и все. Но это был тоже пробный вариант ФС. Я хочу варить сироп, потому что я посчитал, ФС половину, если закормить, выкачать мед и закормить ФСом, это половина денег. Ну, грубо говоря, так мед я оставил на 100 тысяч, а ФС я закормил на 40. То есть, ну, недельку-две я поработал, да, поразливал, потягал. Но у этого того стоит, в принципе, где за неделю заработаешь такие деньги. А посчитал чуть-чуть теперь сахар, если я буду сам платить, то это еще дешевле. Поэтому не будет дешевле. Дешевле. Ну, смотря сахар, что и как. Сахар 12 рублей стоит. А? Сахар 12-11 рублей. Да. ФС 17. Нет, так подождите, я покупал, сейчас уже ФС надо узнавать, там тоже же цены растут. Понимаете, на все растут цены. Как Бова Скрипник сказал, вот эта рассада для рассады стоила 9 гривен. Я покупал оптом сразу 200 штук, ну, чтобы на всю пасеку, да? Я покупал по 11. А после меня сейчас там написали, ну, после Вовы, написали для пчеловода. Она уже стоит 14. И точно так же и ФС, и все остальное. Литр сиропа получается 670 грамм. Ну, мы будем... 700 грамм мёда. Нет, ну, я к чему веду? По ФС не все так однозначно. Многие, я не знаю, эта информация... С ГПС не все так просто. Почему? Потому что это не тот сироп, который нужен пчел. Он по большому счету это не имбирь. Во-вторых, это кукуруза. Во-вторых, пошли слухи, что ГПС может светить антибиотик. Насколько это правда, я не скажу пока, потому что мы проводим сейчас, я отправил приворотное исследование. Меня попросили это не ГПС. Есть ли в нем антибиотик? Ну, многие сдают, которые кормят ГПСом. Проблем нет. Но я позвонил с людям, которые общаются с экспортерами, и они сказали, ФС как по себе, если хорошая контора, вот, допустим, не Днепропетровская, у них в принципе не должно никакого антибиотика быть. Но если какой-то ФС не сподвольный, то может, все может быть. Поэтому я к этому отношусь осторожно и не спешу с этим, потому что это чревато. И почему вот я канди использовал? Я не, как Вова Стрекис сказал, я тоже никогда не кормил пчел. И для меня это зимой, я живу в городе, а пасека за 70 километров. Ехать, чтобы смотреть под камеру, это не мое. Поэтому я лучше оставил меда и весной приехал, бывает, там зимой проверил, там деньги за собаку привез и уехал. То есть, чтобы там не быть. А вот это все сиропы, ФС, вот почему и куплено было 200 или сколько там килограмм канди для того, чтобы для перестраховки. Потому что ну, не хочется, чтобы пасека взяла и загнулась. Ну, как-то так. Все? Да нет, ну, коллеги, Ивану есть еще вопрос?
Иван, у меня вопрос. Да. Как лучше, эффективнее использовать этот улей как шестирамочник или как трехрамочник? Опять же, вот тут хороший вопрос. Молотовый Андрей Бадян, он их уже больше, там, не знаю, больше 500 штук купил. Чтобы его покупать, мы говорим, там дорого или так дальше. Смотрите, матка на сегодняшний день в среднем 252. За сезон я выиграл до 10 маток. Но если быть честным, ну, в среднем, это 8 выведенных маток. Одну пускается в зиму, если это шестирамочник. Ну, 8 маток, посчитайте на по деньгам. Это если заниматься матководством. Кто не занимается матководством, это уже отпадает, как говорят. Это я занимаюсь. У меня не окупается с первых двух маток. Они мне выгодны. Они мне удобны, потому что они стоят стационарно, я никуда не езжу. И под пакеты, очень удобно. То есть все это окупается, потому что зимует, я же говорю, даже три рамки, они очень хорошо зимуют. И поэтому весной они очень хорошо, им тепло, комфортно, хорошо стартуют. И по сути к маю месяцу там полноценный пакет. А если мы зимуем по два отделения, у нас есть, мало того, запасная матка на весну, которую мы можем продать и объединить в шестирамочник, пакет для себя или на продажу. То есть каждый должен понять, что с ним делать. Если купить и поставить подмет, скажу честно, я бы, наверное, не покупал подмет. Если вот для меня он больше подошел, как для вывода маток, качественных маток, я могу весь сезон, вот смотрите, просто достать микро-микрелы, они классные, без проблем, я ни в коем случае не хаю, у меня они тоже есть. Тут вылил матку, во-первых, толком не проконтролируешь засев. Толком, ну как тут можно проконтролировать, там рамочка 8 на 10, никак. Во-вторых, матка сидит 2-3 дня и все, то есть если ее не закрыть, она слетает, как правило. Она слетает. Это в микриках, это любой микрик, это болезнь микриков, это слепость нуклеус. В этом улье никогда, ни разу, сколько меня, даже не в этом, даже мои трехрамочники есть деревянные, слета никогда нет. Слет это там, я не знаю, у меня нет, разве что там клещ или еще что-то, чтобы именно слететь. Никогда не слетает. Плюс качество, качество матки. Я могу весь сезон забрать матка, допустим, вывел матку, и нету клиента, да, допустим, ну, хотя они есть, но нет, это уже теория. Я просто забираю расплод, подставляю вощинку, в расплод вощинку, мед вощинку, и она мне работает, при этом при всем, я могу сохранить матку весь сезон, она может мне давать дополнительный, по сути, доход, и эта матка мне смело идет в зимовку, то есть... Возвращаемся к Вове Скрипник. Он говорит, заказы на поздних матах. У меня тоже есть заказы на поздних матах. Почему? Потому что есть люди, которые опробировали замену маток поздней осенью. Как сохранить мат? В этом мире вы не сохраните. Хотя можно, у меня долго остатки маток зимовало там, до середины зимы. Да? Я хотел еще видео снять. Можно сохранить. Но, как правило, это не сохраняется, она там сидит и голодает, и действительно может быть и осы, и так дальше. Тут матка сохраняется очень долго и нужно. Поэтому хоть сезон, хоть зиму, хоть сколько надо. Это просто надо понять, что с ним делать. В случае, чтобы грызли были? Нет, у меня на пасеке, вот как видите, все стоит на улице. Я не знаю, это пенопласт. Требовать от него супер качества дерева не стоит. Ну, если есть дятел, мы же должны понимать, мы были, и пенополиуретан, вот пролистает, чем мы были, живет дятел, у него подолбил все ульи. Точно так же я видел в соцсетях дерево. Если дятел есть, он долбит все. В моем случае лес, фу, 10 раз надо сплюнуть, наверное, стоят на улице, вот зимовка, все. Может из-за того, что снега много. Ну, хотя это будет уже пойдет третий сезон. Я там их в подвале экспериментировал, видео было, как они там в воде чуть ли не стояли. Эксперименты были самые те. И на сегодняшний день нет ни одного погрыза, ни одного долбения этого дятла. Слава Богу, хотя лес большой. Да? Шановні колеги, я дуже рада, що ви мене запросили. Рада на ньому, надіюсь, що я зможу бути корисним чомусь для вас. Но мені вже пора їжати. Так що контакти мені є, пан Андрія, в вайбері групи, можете мене знайти. Удачного вам свій сезон. Ну, как бы так. Иван, еще не все. А, ну, давай. Там еще качевки. Вот, по качевке у меня опыта нет. Я не качую, ничего не скажу. Ну, тут Денис предусмотрел все варианты. Это, по сути, вариант бибокс. Почему все сделано, ну, и там говорят, там, или так сделать, или так. Это так делалось для того, чтобы это все было продажа и за границу, не только на украинский рынок, и все было взаимозаменяемое с бибоксом.
То есть тут от битбокс станет сюда, и этот на битбокс и так дальше. Поэтому кочевки у них не было, нету и не будет. Ну это мелкие перевозки с места на место, ну кочевать я с ним не кочевал. Но они, опять же, там в Ютубе когда-то было, в Надзелянском кругу мы испытывали этот ролик, ну там прикалывались, так сказать, испытывали его на хрупкость и так дальше. Становилось, там Боба был, и тоже Запорожье такой 140 кг, наверное, пасечник Саша. Я трещ становился третий, еще кто-то четвертый. Мы прыгали на этом улице. В принципе, это может каждый сейчас подойти и попробовать. Я уверен в этом улице, потому что ну, они крепкие. Там плотно заявлено 95, плюс-минус 10%. Поэтому они крепкие, проблемы. Понятно, что если брать стамеску, долбить его, это пенопласт. Но это мы должны понимать. Даже дерево долбить будет, с ним будут проблемы. Меня ставят стационарно, я проблем не вижу. Для меня они подошли, поэтому я с ними работаю. И довольно успешно. Я их крашу краской, краска защищает дополнительный слой. Вручную, когда красишь, лучше. Тогда ну, более толще. Но когда количество большое, времени нет, это пульверизатор, а там тонкая пленка, но тем не менее, она делает пленку, и с него вода стекает, то есть он дополнительная как бы, от механических воздействий, ну, есть какая-то как бы, защита. Эмалька, ну, я спрашиваю, чем красить? Как по мне, эмалька больше всего подходит. Хотя кто-то говорит, там, резиновой краской. Ну, это, опять же, все деньги. Кто как хочет. Я покупал дешевую зебру, самую дешевую, которая и, ну, красивая на вид, и, в принципе, проблем нет. Ну, надо выдержать месяц после изготовления, или что? Нет. Это не пенополиуретан? Нет, это у меня стояли как некрашенные эти испытания. Они не садятся, вот эти? Лошадки нет? Нет, ну тут оно же все собирается, разбирается. Тут есть, оно же не цельно литые. Тут даже мастеру 1-2% садится после. Нет, он может садиться. Ну, сбоку, тут бок, ну куда он сядет? На рамки не влияет. Нет. Тут если что-то, допустим, сел или, понимаете, тут... В чем прикол, что он очень легко и быстро собирается. Я просто видел, там я ну, особо некогда было время подготовиться. Все оно собирается. Если что-то садится, тут рамки не дают, все хорошо и быстро. То есть не надо его ни клеить, он крепко держится, не надо его ни шурупа, ничего ему не надо. Как развитие по сравнению с таким же ульем, только деревянным? Развитие, вот почему, смотрите, у меня там нафоткаешь, там деревянный. Почему я делаю столярка есть, все сам делаю. Зачем можно было бы не покупать, да? Ну, первый же год, Денис Мир, когда я привозил эти ули, мы специально смотрели. Визуально, я ну, не говорю, что там как-то надо измерять было, ну, я этого не делаю. Но визуально мы открывали ули, мои деревянные, и рядом стоящий пенопласт. И разница ощущалась вот, визуально, видно, что тем более комфортно. Ну это и так понятно, то есть там более стабильная температура, более тепло, более комфортно и уютно. Зимой я не заглядываю в них, чтобы там, знаете, там расплод, гонят, не гонят. Мне важно, чтобы они пошли сильные в зиму и вышли из зимы. Есть расплод? Нет. Главное, чтобы она дозимовала, чтобы была эта, как сейчас модно, не модно говорить, боевая единица. Для меня пчеловодство это... Работа и стиль жизни, да, потому что я живу на пасеке, я с этого зарабатываю деньги, я живу с этого, поэтому стараюсь по максимуму. И, ну, понятно, и дерево сейчас. Дело в том, что на сегодняшний день дерево стоит, ну, вы знаете, не очень-то дешево, и при этом, при всем, почему я варю парафин? У нас очень проблемы с шашлой, ну, по крайней мере, там, где я дерево беру. И шашлы съедают, вот некрашенные днище были, там, где я не варил, именно само дно. Я готовил подсетку, но потом не получилось что-то, я просто забил досками. Шашель его сбил за два сезона, по-моему, или за сезон. Поэтому я варю в парафине, все это вываривается. И, то есть доска не дешевая. Плюс работал, себе два пальца чикнул уже. Поэтому купил готовый, который из двух маток, мне по сути окупил. Все, она купается, понятно, что деньги надо считать, но каждому свои. А как вы в парафине варите? В парафине сварим чан, большой тест мне сварил чан, газовая плита, 4 комфортки, градусник, или как он там правильно называется, на 140 градусов. В Ютубе есть видео, канал Фабро, там есть все видео, как я варю. 140 градусов, Вова Скрипник опять же говорит 160, но по всем правилам свыше 140 там идет вспламенение парафина по его характеристикам. Поэтому градусник я варил 130 градусов. 10 минут варю. Вытаскиваю другую партию, он остывает, потом второй раз на 10 секунд опускаю. Зачем? Я крашу водоэмульсионкой, то есть
очень дешево, и поэтому с пульверизатора быстро и дешево, и поэтому парафин, когда провариваю, второй раз, когда я делаю пленочку на 10 секунд, делается пленочка, и тогда краска, вот эмульсионка держится, ну вот у меня больше 5 лет, вот тут там есть, где больше облезла, где меньше, ну, очень дешево и сердито, то 10 секунд чисто для пленочки. Скажите, не лучше ли обрабатывать обычной химией против шашек? Может и лучше. Дело в том, что почему парафин? Я купил пищевой парафин, я проварил и забыл. Дерево стабильно, оно не вообще не ведет себя. Стоят у меня на улице зимой и летом, нету ни усушки, ни рассушки, ни умокания, ни размокания. То есть они стабильны. Вот что у них только, это чуть-чуть воды эмульсионка, ну, с годами смывается. А сам улей, он стабилен. Что дно, что корпус. То есть вы полностью улик обрабатываете или только дно? Все, варю весь улей. И крышу, все. У меня сварен чан, где опускается полностью корпус, там 4 днища за раз. То есть, и вот это все я говорю. Типа, да, это по времени затратно. Вот сейчас вот я надела улей, сейчас буду их весной варить. Это все работа. Ну, это я вижу эффект. Эффект в том, что реально ульи целые и, ну, в первую очередь от шашеля. Вот шашель, или, может, как-то по-другому называется, он реально вываривается, его нет. Ульи, по сути, делается, ну, как бы, поры забиваются. У меня там, смотрите, у меня мастер же, сколько парафина берет. Покупаю парафин пищевой К2, варю, вот там у меня было корпус, но я не помню же, там 4,5 килограмма опускаю, да? А вытаскиваю, он 3,5. Ну, я не буду в цифре. Мне нужно спросить, какой же расход? А как понять, какой расход? То есть он не вбрал, а отдал влажность. Получается, он высох. И это можно только проверить, проварив там 10 корпусов или 100, потом слить этот в чан, взвесить парафин, только так. Опять же, на улетучесть. Мне этот вариант подходит. Я насмотрелся, пересмотрел очень много информации, сколько варить, как варить, кто-то 10, кто-то 20 минут, кто-то 15. И, ну, я для себя методом золотой срединки выбрал 10 минут, пересмотрел много информации, переобщался с людьми, которые варят. И я так варю, и так и буду варить. И несмотря на то, что сегодня парафин там 50 см. А корпуса на клее или только за клеем? Нет, корпуса у меня, корпус у меня стенка с 2 досок, то есть в паз собрана. И наш выбор. То есть клей не применяем нигде. Ну, оно все скручено, оно крепко стоит. Может, где-то там назад. Оно все, у меня все на станках не делаю, где-то на холодильнике деревянный. Где-то как приварки, там оно находит место, где-то может доска разная бывает, сосна, где-то более смолистая, где-то более влажная. Ну, как правило, это вот она лежит как минимум у меня под крышей, то есть сохнет. И где-то может и трещину дать, ну, как бы, но она не лопается, что там разорвало, а просто трещинка в доске, и получается, что как бы. Ну, оно находит свое место, но нету такой усушки, что там корпус стал там, не 240, а там 238. Так и остается, в принципе, нормально. Ну, короче, я там начальник. Ну, вот это так. То, что касается пчела. Вот это я прыгнул там на видео. Вот видно, на видео там корпуса эти стоят. Есть ули, где я не окунал второй раз, то там краска быстрее слазит. Один на второй раз там краска ули как новый. Иван, а вот эти вот, как они правильно называются, ящики прививочные, да, куда нарушаются пчелы? Ну, это, я их называю накопитель для пчел, вот, я их сделал для себя, потом Денис увидел, потом тот увидел, тот, и оно пошло-поехало, это я все делаю, да. Трусить пчел, отводки очень классно подсаживают, дорогие матки, я чисто, теперь уже это все дорогие матки, которые я покупаю, маник и дальше. Я трушу сюда пчелу, там он безрасплодный, там нету расплода, там нету матки, там вообще ничего нет. Я могу их обработать даже, если что. Ну, хотя это пасека чистая, я ее не обрабатываю, скажу честно, когда трушу. И они сидят, могу дать рамку даже овощину, могу дать рамку с кормом, там водички налить. Они сидят без матки сутки, там, ну, потом мне звонят, что я знаю, что Денис привезет там, допустим, матку. Даю матку в клеточке, она двое суток с ними сидит. И через трое суток выношу, пересыпаю улей, ставлю рамки, выпускаю матки, она принята. То есть ну, для себя просто такой метод подсадки дорогих маток делал. И, ну,
потому что кому трусить пчелу для нуклеуса в миклике, чтобы натрусил пчелу, вот я вот натрусил, а потом черпаком рассыпают сюда. Раи там свою гроль посадил. То есть у кого какие. Я так чуть-чуть играюсь, как бы дополнительный, опять же, заработок в зимнее время, но не столько зимнее, сколько уже весеннее, осеннее. Лейки делаю совместно с жестянщиками. Это не лично мое производство, это делал дома, оно кристально получается. Веду с жестянщиками, подружился, то есть делаем там настройки. То, что я не могу сделать, там, ну, там, закрепки вот эти, что, ну, углы, которые надо только на станках делать, помогают жестянщики. То есть, по сути, совместное производство. Ящики делаю сам. Ну, это так. Дополнительный заработок, пасек. Вот то, что касается. Ващину свою использую? Не, ващину использую. Я работаю в основном все время с гадистской ващиной, ЧП Озерский. Она меня никогда не подводила, никогда. Сколько я беру, вот сколько в коне, все нормально, без проблем. Ни по антибиотиках, ни по этим всем проблем никогда не было. По заразам тоже проблем не было, хотя не знаю, как там, что. Все время я ей пользуюсь, меняю на воск на нее. Ну, в последнее время там попробовал дубовику ващину. Сейчас вот мне на выставке Долина Мэтт там презентовала пачку, говорит, на попробу. Тоже и наш ващина. То, в принципе, в основном гадистская ващина. Ну, а так не экспериментирую. Ну, если оно работает, не по... Пчелы тянут ващину хорошо, не грызут. Обрывов нет. У меня радиалка 42 рамки, 1,10 м радиальная медогонка. Она обкачивает у меня... Ну, я ставлю 15 минут, потому что станка, как у скрипника, нет, тут все вручную, есть клины гуслия, есть распечатающие ножи гуслия. И мы просто физически не успеваем 42 рамки распечатать там за 10 минут. Она откачивает и за 10 минут, но я ставлю 15, но я родился, и 42 рамки откачивает за 15 минут. Радиалку заказал в Запорожье максимально продукта. Хорошая радиалка и очень довольна. То ставлю 15 минут. Да. Как-то, да. Коллеги, поблагодарим Ивана.